И всем привет, зрители моего YouTube-канала, вы на канале Пиратский обзор игр. И сегодня мы снимаем обзор на игру Tiny Gladiators. Эту игру я играю не впервые, она взломанная, я прошел все уровни, но я покажу вам, что вообще в этой игре можно делать, так сказать. Так, сгрузится только. Вот, продолжить. Я играю за... Это мне... Я тут все прикупил, так сказать, уже прошел ее всю. Это хардкор. Так. Ну, а мы не в хардкоре сыграем. Мы сейчас будем играть выживание. Ну, я вот не играл. И сыграем еще раз, так сказать. У меня сильный герой. Прокачан неплохо вроде. Но вообще это артефакты. Этот костюм ледяного рыцаря. Но я покажу, где его можно, так сказать, получить. Его можно вообще при помощи душ купить, как и все другие артефакты костюмов. Вот. И еще протестируем парочку артефактов, которые у меня есть. У меня есть этот печенье конфетный артефакт. И еще есть артефакт этого первобытного, ну, человека. Мы его не знаю, наверное, в этом видео или нет. Короче, постараемся в следующем протестировать, думаю. А это, следующее, думаю, уже я сниму завтра, пожалуй. Ну, да ладно. Вот так вот мы убиваем неплохо. Мощный вообще персонаж у меня. Атака у него где-то 1000 по 100. Ну, крит по 100 тысяч, а так удар сам неплохой. Ну, мощно бьет вообще. Да вообще круто. Дамажит сильно. Главное, чтобы нас не убили только. Я еще буду сегодня снимать видео. Поэтому не удивляйтесь, что у меня будет так много видео на канале, что вы не успеваете их смотреть. Ну да ладно. И, кстати, почему на меня никто не подписывается? Подписывайтесь на меня, пожалуйста. Хоть кто-нибудь. Так. А, убили мы его. Так незаметно. А этого мы вообще затащили. О, 22 победы уже, это вообще круть. Крутейшая. Уже 23 победы. Ну, у меня, короче, мощный персонаж. Я вот еще пока что не планировала снимать обзор на эту игру, но если это видео наберет хотя бы 30 просмотров за день, то я выпущу это видео на этой неделе. Постараюсь выпустить. Надеюсь. Ну, да ладно. Вчера я выложил вообще 11 видео, а сегодня я выложил где-то видео 5, наверное. Ну, я буду каждый день выкладывать видео. Стараться. Ну, да ладно. Уже 31 победа, это вообще круто. Вообще тащим меня. Это просто бомба. Бомбезный персонаж. 33 победы, нифига. О, нас обоих убили. Вообще прикол. Вообще. Ну, короче, наверное, уже прощаться будем. Вот такой бой был. Кто смотрел, спасибо. А кто нет, то посмотрите. Всем пока. Вы были на канале Питерский обзор игр. Пока-пока.